оказалось, поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Компас. Представься, снаряд! Я не здесь, тысяча чертей! Симка, Нолик, вы чего это? Мы не Симка и Нолик, отчаянные пираты! Да, пираты! Сегодня мы выходим в море! Ты с нами? Конечно! Ура! То есть, нет, не ура! Сначала пройди испытание! Ты должен найти вещь, без которой в море выходить нельзя! Я готов! А как? По схеме! Она там! А почему схема такая мелкая? Ничего себе мелкая! Мы с ней полчаса возились! От места, где стоишь... Ага! То есть отсюда. Догадался. Иди на север, пока не увидишь. Погодите, а где север? Это где Северный полюс. Льды, белые медведи. Но как я узнаю, где этот Северный полюс? По компасу. Компас – это прибор, который помогает морякам и летчикам определять, в каком направлении они плывут или летят. Наша планета похожа на очень большой магнит, у которого два полюса – северный и южный. А в компасе есть крутящаяся стрелка. Стрелка намагничена, поэтому одним своим концом она притягивается к северному магнитному полюсу, а другим всегда показывает на южный. Это я знаю, но ведь компаса у нас нет. А мы его сделаем. Из чего? Из иголки. Мы ее намагнитим магнитом. А как она будет крутиться? В блюдечке с водой. Куда? Хотя там окно. Туда я пойти не смогу. Значит, север там. Мне нравится этот смышленый малый. Это кто из нас малый? Ну, просто так все пираты говорят. Ладно, пойдем на север. Иди на север, пока не увидишь спящих чудовищ. На горизонте чудовище! Не подсказывай. Поверни налево и сделай 300 шагов. Сколько? 300! Я сам отмерял! Ага, тогда для меня это... Раз, два, три! Теперь иди к дереву, пока не упрешься. Тоже мне дерево! Ух ты! Это же настоящий корабельный компас! Пираты говорят компас! Первый компас изобрели в Китае 1000 лет назад. С его помощью китайцы путешествовали по пустыне. А через 200 лет компас появился и в Европе. Был ли этот компас китайским или европейцы сами его придумали, неясно. Фиксики помнят лишь то, как он был устроен. Это была магнитная стрелка на поплавке, которую опускали в сосуд с водой. Только потом стрелку надели на шпильку, и компас стал похож на современный.
Стрелка компаса всегда показывает на север. Если, к примеру, моряку нужно плыть на север, он плывет по стрелке. А если на юг, то в обратную сторону. Эту штуку твой папа вчера вечером принес. Ты уже спал. Ну-ка, я сейчас. Ты куда? Ха, север совпадает. Конечно, совпадает. А как бы иначе ты сюда добрался? Теперь мой компас не нужен. Положи иголку на место. Не уколись. Большой секрет. А кто такие фиксики? Большой секрет.